обозрим или обозрем вот два комплекта вот таких желтеньких ламп. Первый комплект — это Philips, типа размер у нас PY21W. Второй комплект — это Osram, аналогичного порядка. Из интересного на упаковке — это, пожалуй, то, что Philips сделаны в Польше, а Osram в Словакии. Больше здесь ничего полезного нет. Претензии есть к упаковке Osram, то, что лампы здесь болтаются, в отличие от Philips, где они сидят очень плотно. Из-за этого на одной из ламп есть уже небольшая потертость внутри. Ни одна из упаковок не сделана так, чтобы ее можно было легко открыть, потому произведем, так сказать, обрезание. Итак, у Philips все-таки здесь была какая-то штуковина для того, чтобы ее можно было открыть, но из нее ее не было видно. Посмотрим на саму лампу. Philips имеет следующий вид. Почему-то надпись нанесена вверх ногами. Вот здесь Philips. Какие-то номера. Типа размер лампы. Ну и прочая информация. Колба имеет следующий вид. Здесь внизу немножко так как-то небрежно сделан вот этот шарик контактный. Также внутри упаковки здесь еще есть какие-то дополнительные штучки-дрючки. Температура колбы превышает 200 градусов, он написано, в рабочем состоянии. Не имеет срока годности. Судя по вкладышу, понятно, на какой рынок это предназначалось, но попало к нам в Украину. Теперь же распотрошим Osram'ы. У Osram'ов, в отличие от Philips'а, маркировка нанесена лазером, а не тиснением. Внешний вид колбы следующий. Ну и низ как-то тоже не сильно-то аккуратно выполнен. Итак, с помощью нехитрого стенда из мультиметра и источника питания проверим, сколько же они все-таки потребляют. Первый у нас Philips. Светится она следующим образом. И потребляет 1,7 ампера, что приблизительно соответствует заявленной мощности в 21 ватт. Возьмем второй образец лампы. У нее также потребление 1,74 ампера. Светит она следующее. Берем теперь Osram. У Osram, кстати, еще такая характерная особенность, что покрытие оно как бы находит на саму колбу. Ну, как видите, Osram потребляет чуточку больше, 1,76. Как бы это невелика разница, и светит он немножко ярче, как по мне. Да, все-таки чуть-чуть больше потребляет. Несущественно, но больше. И вот о чем я говорил, то есть пока ехала эта лампа, она уже поцарапалась из-за несовершенной упаковки. Видите, здесь вот. А это вообще потребляет 1,77. Погрешность, конечно, есть, но субъективно чуть-чуть ярче, чем Philips. Хотя и не намного. И давайте еще раз сравним. Вот это Philips и вот это Osram. Так что как-то так. Надеюсь, данная информация будет кому-либо полезна. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и всего хорошего.